появился предзаказ на PlayStation Portal. Кто не знает, PlayStation Portal — это недокая такая прослоечка, которая предназначена для трансляции игр с консоли, с твоей консоли по Wi-Fi. То есть вот у тебя стоит консоль, вот ты пошел в туалет с этим PlayStation Portal, и там ее играешь, пока сидишь на унитазе, да? А, соответственно, все это транслируется с приставки, с основной приставки на вот эту Portal историю. Стоит 40 тысяч рублей по предзаказу. Достаточно, мне кажется, дорого, потому что добавь сколько, ну, десятку, это полноценная консоль. Не уверен я, что за монитор, просто за мониторчик с Wi-Fi и за геймпад, это обычный геймпад, просто распиленный, стоит отдавать 40 тысяч, но каждый, ну, собственно, как хочет, тот деньги и тратит. Лично я, имею PlayStation 5, такую штуку не хочу. Я бы лучше Steam Deck купил. Вот реально, добавил и купил Steam Deck, чем вот эту историю. Как бы ты поступил и будешь ли ты покупать эту PlayStation Portal, напиши в комментариях, будет интересно почитать.